Я играю на кэрри, но покупать вот этот клинок спектры за 2000, ну, такое себе. А вот выбить его за 100 рублей на Epic Loot, это уже интересно. Тем более, что здесь сундуки найдут не только любители рампак, как я, но и саппорт, флейнер или даже мидеры. Хватит играть вот на такой сигнатуре, ты достоин большего. Одень своего любимого персонажа за адекватный ценник. Апгрейды — это просто вещь. Апнуть топовый сет с шансом в 60-70% проще простого. Ну а в описании ты найдешь ссылку, по которой тебе обязательно нужно перейти, и, конечно же, промокод на 15% к пополнению баланса. И 20% удачи, так что дерзай. Ну что, шейкера спрашивали, куда шейкер делать? Да никуда, братан, сейчас я его вытащу. Здравствуйте, здравствуйте. Что, с ним снайперы уже? Здорово. То есть вот, чувак донатил, говорит, что ты не хочешь, типа, с подписчиками поиграть в пати. Ну вот почему, потому что они и так есть в каждой игре. Вот у меня игры. Только это без пати, это рандомно. Ну что, ребят, на победку сегодня играем? Или как? Да, конечно. Самое неприятное будет, когда он начнет высмактывать с меня. Он почему-то не торопится высмактывать, он неопытный, видимо. Я бы уже смактал, меня бы уже хуй оттянуть от шейкера было. Я бы уже копал и смактал, понимаешь? То есть я не знаю, что с ним происходит, почему он так то ли боится, да, можем убивать их уже. В чем его проблема, я не понял. Он просто, вы видите, он боится смактать. Я таких мальчиков еще не замечал. Бля, как я крипа этого не забрал? А, Леон с батлом, я все помню. Не, ну Леон с батлом это сильно, это правда очень сильно. Я много чего видел, но Леон с батлом, блядь. Так, руну воды у меня припиздили. Ну шо аноним? Учитывая, что ты предыдущие поставил, я думаю, ты меня вряд ли удивишь сейчас. Хотя я был бы рад, если бы ты меня удивил. Это реально охуенно, когда удивляют люди. Вот как этот Джакира, например, пришел меня удивлять, понимаешь? Удивил ли он меня? Я не могу пока сказать. Он пришел, чтобы что? Чтобы сбить вард, который упал. Как считаешь, действует ли на тебя то, что ты слушаешь? Ведь все влияет на человека. Например, если слушать гачи, не осуждаю, но поехать можем. Вот тебе олд уши и глаза. Да нет, брат, не знаю, типа. Я ж без стрима это не слушаю. Просто я, типа, ну, мне гачисты это ставят, выдавая это за то, что мне это нравится слушать, хотя я на самом деле это не слушаю, понимаешь, и все. В принципе, никак. Нас очень тяжело. Ну не, бывают реально прикольные любые треки, там, любой трэш бывает прикольный, я же не понимаю. В упор подойдут к тебе, просто когда я очень много одного и того же, это уже не смешно и не прикольно. А гачисты думают, что прикольно, понимаешь? Чувак на Леоне такой терпильный. То есть он и не нападает, и не уходит ганга, и он просто Лучше. Стоит ноль зарядов и проебывает мид шейкера. Я даже не хочу, он уже сентрик принес. Он увидел, что у меня инвиз руна, и он уже сентрик принес, чтобы я его с инвиза не обошел. Понимаете? Он не ожидал, что я настолько дерзкий. Он думал, что я очкошник. Эту песню я хочу посвятить Аугусту Миму. Мое имя Слейв, а фамилия Гейммастер. Мое имя Слейв, а фамилия Биг Эйнол. Мое имя Слейв, а фамилия Биг Эйнол. У кого сын не спит, блядь? Ребят, вы проверьте, ёбаный сыр, это страшная хуйня. Вы это слышите вообще? Алло, родители, блядь, вы куда смотрите нахуй? У кого-то ребенок не спит, блядь, а смотрит стримы дяди 28-летнего. Алло, он даже половину слов, понимаете, о чем мы разговариваем, вот половину не понимает. Он половину тупо не понимает. Алло, пацаны, вы можете, блядь, детей убрать от монитора? Тем более в такое время суток. Ну, ребят, следите за своими детьми, я серьезно, ну это жесть. Андрей, подойдет, бежи. Ты опять, блядь, обманываешь всех. Да. Ты не дури, Вася, блядь. Помансуй. Я же догоню, ебало сломаю. Я так подумал, что нахуй мне с тобой гоняться станет, если я могу просто бегать и пиздить тебя. Не, ну куда ты, блядь, бегаешь? Куда ты денешься, блядь, с подводной лодки? Ты, блядь, хуй двуголовый. Меня больше интересует, где все это время Леон. Что вообще чувак на Леоне делает? Шейкер, тебя просит Леон зачем-то размутить. Ну, блядь, потому что он со стрима. Я ж не просто так мьючу, блядь. Brawl Stars. Красиво, когда у Леона сива. Гемы, связи, скины, корпоратив. Мальчик. Да, сука, новый персонаж. Эй, 47-ка, сука, я палю ШД. Мальчик.
Успокойся, мальчик, иди спать. Я тебе базарю, ты ошибаешься в жизни. Иди спать, я тебя прошу. Батя завтра узнает, что минус касается. Да ты не в школу, он тебя не в школу поведет, а в детский Please дом, мальчик. Песня? Не знаю, либо это рофл какой-то, кто-то голос там через программу поменял. Я не знаю, всякое, что там овервульф и вся хуйня. Но если это правда мальчик, то, блядь, перестань. Матом не играйся, не надо графику. Давайте подеремся, драться хочу. Выйди на улицу, блядь, зайди куда-нибудь в магазин. Не скажи охранникам. Я ебал твою тёлку! Я играл в Бравл У! Блин, почему я тебя так плохо слышу? Я играл в Бравл У! Я играл в Бравл У! Я играл в Бравл У! Я играл в Бравл А! На моем аккаунте все леги в Бравл Старс! Это пиздец! Не знаю, блядь, что это за пранк такой и почему ты не спишь. Потому что по голосу бы тебе дал тебе лет 7-8, ты, наверное, базарить недавно научился. Подумай, может лучше там это купить. Многие не понимают, как наиграть у нас стрим отвлекаться. Но у тебя получается. Мальчик, походу, выбрался из шкафа и нашел карточку Стрея. Пойди назад, его закрой. Спасибо за донат, блядь. Я ожидал. На самом деле, предсказуемая шутка. Такая, знаешь, прям свежачок просто. Шутка максимально свежая. Еще бы что-то про кондиционер добавил и просто... Просто были бы аплодисменты. Шутка с мальчиком, она такая актуальная, что ну нахуй. Давай. Ты шо, блядь? Ты Марвел пересмотрел, блядь? Ты не Тор, брат. Ты долбой... Ой, извини, пожалуйста, я чуть не хотел, блядь, оскорбить. Все нормально, пацаны. Выигрываем и выигрываем. Убью. Ой, так у тебя гоним, сейчас будем прыгать. Мы уже прыгаем. Хорош. Я станом промахнулся немножко. Ай, шишку сделал. Нет, где настоящий? На, блядь. Ты кто еще, блядь, стики были? Я, блядь, стики никогда не надо покупать. Я их никогда не нажимаю, забываю. Я вообще забыл про них. Я просто не привык со стиками играть. И забыл парень. Нажал бы стики, может... Извините, нет, без аута. А что с Баунти Хантером? Почему у него ворчит? Поставил, кто сдонатил? Подожди, тут батька пришел. Он не пришел, да? Да. Давай, так он сейчас реально, пока ты стримишь, ест еду из холодильника и донатит тебе. Сейчас доест и начнет забирать украденное тобой из детдома. Тупо на тележку положит кондиционер и обогреватели вывезет из хат. Пачка ульты в моем кармане заставляет играть эту катку в ШД. Я возьму бравлера и пойду катать. Шелли, почему я хочу умереть? Что сказать, не знаю, что в таких ситуациях просто делают? Отойдем. Просто я в такую ситуацию еще не попадал. Я много хуй не попадал. Но чтобы мне, блядь, донатил, сука, 7-летний мальчик, блядь, в 2:30 ночи по Москве. Такой хуйни еще не было. И донатил голосовухами с песнями. Давай на минус снесем вышку. И потом... Что в таких ситуациях делать, ребят? Как остановить мальчика? Ну, типа, мой тон разговора. Вот. Мой тон общения ты слышишь, и поэтому громче делать смысл. Привет, я думал, брат. Это иллюзия всего. Как я рад, что ты вернулся. Как в Воронеже, сори, если говорил. Ты все так же похож на отрыжку, Олег. Как ты мне там говорила, что типа понравится? Да не, я так давно смотрел, всегда нравилось. Делать реально сильно, классный сильно. Контент, реально интересно смотреть всегда. Вот здесь буха. За это реально спасибо. Там. Бля, у меня маны не хватило на херобору. Так, ульта есть, я готов прыгать. Блять, ну что за жалоба, блядь? Какого хуя ты на меня блин делаешь? Ты дура, блядь. Блять, да иди нахуй, ты, блядь. Хуета, блядь. Раздавлю нахуй, блядь. Спасибо. Ты только эту песню вставил я спокойной ночью. Я сейчас усну потом из-за этих... Блять. Чтобы убрать мальчика, нужно показать ему свой белгородский пальчик. Ничего не буду никому показывать. Все тут. А теперь и плечок перестал уважать. Чё? Поймали, что происходит? Прыгаем.
Я байчу. Лежу. Байчу, байчу, давай. Я забайтил, ну все. Ебашки. Ну там стрим снайперы, они все меня дают, это видно, но у меня есть козырь в руках. Точнее, два. Или даже три. Yeah. Ну, убивайте его, а че вы? Даст не забыл. Растерял. Смертью нажать. Да, все в меня, давай. Ты сюда иди, блядь. Что за ебали? Помимо твоей классной игры, точка, 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 у тебя круто получается говорить осуждаю, точка, точка, по это что мы делаем? Правильно. Шучу. Спасибо, мне это надо. Можно подписаться еще? Твои эйнул пожарить афакан. Я делаю кам, так пахнет 5К. Я из Капкимен Вечность. Вот факин слайс, я делаю кам, так пахнет 5К. Я из Капкимен Вечность. Вот я фак слайс, делаю... Отойдем. Или зачем, деремся? Зачем? Ну, давай, давай. Лупи, ломай, я танкую. Да. Ну или не я танкую. Оп. Ебать, я ему въебал, ты ой, видел? Хорош. У меня пиздюля как в жизни, ебать. Как что? Как в жизни, говорю, на шейке. Я так же с пиздюлей убиваю. Тоже бревно с собой носишь? Не-не, у меня кулак есть. Давайте башню запушим, чтобы они не въебались. Летит. Отлично играешь. Иди сюда, блядь. Хуй. Что со мной делать? Вы что, не снесли, что ли? Давай, я посейвлю. Сносим. Бля, такой же хейтер на бурже, сука. Да, Дастин. Да, у меня мана закончилась. Я отошел. Го потом. О, да. Всем привет, меня зовут Леон Шелли Бул. И представляете, это моя первая катка. Ахахаха, бравлеры, я вас люблю погнать. Это Леон. А это гемы. Леон, это билеты, а билеты это гемы. Львы это... Стой, подожди, мы вдвоем здесь. Ничего страшного. Понял. О, ебать, а что происходит? Тут война идет, спасибо за 500 рублей, мальчик. Может быть, пора спать все-таки? Я считаю, что как бы хватит. Ты достаточно исполнил. У тебя привет, очень хорошо Золото. Получается, у тебя большое вот будущее. Вот у Фиги есть жена. Порш. Дом. А чего добился ты? Усатый педофил. Ха-ха. Ебанутый, что ли, блядь, долбоёб. Похуел. Сам такой, блядь. Иди еще на него. Да на, блядь, ебало фиссуру пошли, да, блядь. Ты себе не пизды, да. Все, всем спасибо за игру. Спасибо за игру, пацаны, хорошая. Победка, на скиллу только что завелся, если что. Ну такая, знаете. Опять же, стрим-снайпер на Леоне, там что-то размуть, там что-то напиши. Плюс я сразу почувствовал, что там типы со стрима. Видимо, они не сразу поняли, что играют на стриме. Потому что потом начал за мной пуч бегать. Шель в бикини я люблю, свежий гемчик я долблю. Мои кольты воняют банкой, у нас есть это добро. Твои гемы на нулю, зови свою помолю.
Блять, что ты такое? Что ты за покемон, блять? Спасибо еще за 500 рублей. Успокойся, остановись. Может, ты там что употребляешь? Я не знаю, может, ты батину заначку нашел, блядь. Брат, это не мука, не надо. Ультани! Дай богатый ончик. У меня гемов так много. Моя ебала банка. Ты, блядь, это робкий. Мальчик. Я, понимаешь, вот я просто ухожу, чтобы тебя засейвить. Потому что батя проснется завтра, охуеет, и ты охуеешь тоже. Поэтому как раз таки, да, я иду отдыхать спать, а то мальчик батю ограбит сегодня. Меня не будет до понедельника. Эти гемы на мне, эту шелли так манит, закаменел, будто каменный барли, нафиг игру так мы не играем, заберу все, будто бы я джин. Спасибо, мальчик, еще за 500 рублей, это было очень сильно на самом деле. Ну, пожалуйста, успокойся, иди спать, уже время далеко не детское, меня не будет до понедельника. Ну, ты приходи, если что, но ты папе скажи, что ты донатишь, ладно? А то, смотри, потом ко мне батя придет, будет общаться.